был вчера вечером на служении Анселма? Кто здесь горит для Бога в этот вечер? Кто горит огнем Духа Святого? Давай вместе с нами славить Иисуса в этот день, потому что речь пойдет о нас, об огненных церквях. В центре, как насчет огня в вашем духе в этот вечер? Еще раз, как насчет огня в духе? Эй, с левой стороны, как насчет огня в духе сегодня? Братья и сестры, церковь, я спрашиваю всех вас, как насчет огня в духе в этот вечер? Аллилуйя! А тот, кто знает Бога, тот в огне. Дух Святой живет в тебе, во мне. Во Христе Иисусе ты не должен тлеть, что? Во Христе Иисусе должен ты гореть. А огненные церкви могут все, но что же мне тебе сказать еще? Ведь он крестящий духом и огнем, и эту землю мы возьмем, Эй! Мы возьмем наши города.
Воздай Богу славу. One, two, three, four. А я сегодня узнал про победу Христа. Я был раб греха, а теперь святой. Я был мертвый человек, а теперь я живой. Да я еще вчера был в проблеме крутой, а сегодня она, да, под моею ногой. Под моею ногою сам сатана. Да между небом и землей сегодня война.